Леонид Губанов родился 2 августа 1928 года в селе Рыбацкое Ленинградской области, ныне, в Невском районе Санкт-Петербурга. В 1936-1941 году учился в начальной школе в Ленинграде. В годы войны, 1941-1942, пережил блокаду Ленинграда. В 1942-1944 году находился в эвакуации в селе Губцево Кашинского района Калининской области. В это же время учился в Савцинской школе семилетки. В 1944-1949 году учился в Ленинградском техникуме железнодорожного транспорта имени Ф. Дзержинского по специальности «Искусственные сооружения». В 1949-1950 году работал техником-мостовиком Ленинградского отделения «Сэлстранспроект». В 1950-1954 году учился в школе-студии М.В. и Немировича Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького, Курс, К. Блинникова и Г. А. Герасимова, с 1954 года. Актер Московского художественного театра. После раздела театра в 1987 году служил в МХАТе имени М. Горького. Под руководством Т. В. Дорониной. Сыграл более 60 ролей. Был срежиссером Т. В. Дорониной при возобновлении «Трех сестер» А. П. Чехова, 1987, был постоянным членом художественного совета МХАТ им. М. Горького, много работал на радио, выступал с чтением русской классики в радиоспектаклях, ушел из жизни 24 февраля 2004 года в Москве, похоронен на Троекуровском кладбище.